Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Осенью Рим затихает за счет спада притока туристов, и лишь к рождественским праздникам поток туристов будет больше, чем летом. А пока город живет размеренной жизнью. Воспользовавшись этим, что мало туристов и с октября по март во многие музеи Рима в первое воскресенье вход бесплатный, мы решили пойти в замок Святого Ангела, в котором последний день проходила выставка «Булгари». Лена и Анжела живут в Риме. Но мы не одни. Накануне в директ Инстаграм мне написали ребята, мои подписчики, и я пригласила их сходить с нами в замок Святого Ангела. Я приехала чуть раньше, заняла очередь, в 9 часов мы зашли в замок одни из первых. Последний раз в замке Святого Ангела я была весной и нисколько не пожалела, что пришла сюда и сегодня. Многие туристы считают, что достаточно посмотреть на замок снаружи, но я все-таки советую вам зайти внутрь. Ведь замок Святого Ангела не был сразу таким. Сначала это была гробница Адриана, модель ее можно увидеть внутри замка. Она представляла собой огромный мраморный цилиндр на квадратном основании, и сверху гробницу украшали кипарисы. В более поздние времена жители Рима решили, что использовать такое огромное сооружение только для праха глупо и непрактично. И уже где-то в III веке гробница стала частью оборонительной системы города. В IV веке здесь была тюрьма. Мрачные стены хранят память о многих замученных здесь людях. Когда гробница превратилась в крепость, был вырыт ров и пристроены 4 угловых бастиона, на одном из которых сейчас стоят пушки. Еще позже замком стали владеть папы римские. Для них были построены роскошные апартаменты. И специально была сооружена соединительная стена, по которой перебегали папы из собора Святого Петра в замок Святого Ангела, почувствовав опасность. А также была пристроена лоджия для пап римских. Чуть позже мы выйдем на нее. Такая погода сегодня. Прекрасный дворик. Сейчас поднимемся на самый-самый верх замка. Мы поднимаемся все выше и выше. Уже отсюда начинают открываться прекрасные виды на Рим. И с каждым поворотом все больше и больше хочется выглянуть и насладиться прекрасным видом на город. А здесь прекрасно виден Ватикан, собор Святого Петра, музей Ватикана и даже можно рассмотреть двор Шишки. Зайдя в эту дверь, вы попадете в небольшой музей и бар. Пока ребята зашли в музей, я продолжаю наслаждаться видами, а они просто завораживают. Можно присесть за столик и выпить кофе и немного отдохнуть. Заглянув в комнату сокровищ, потом мы поднялись по узкой лестнице на самый верх замка. На крыше замка Святого Ангела очень красивая смотровая площадка, которая открывает вид на город на все 360 градусов. Задержитесь здесь, порассматривайте купола и улицы Рима. Поднявшись на крышу, мы видим огромную статую архангела Михаила. Ведь это и есть тот самый ангел, в честь которого замок получил свое название. Во время чумы папа Григорий Великий своими молитвами хотел отвести болезнь от людей. В ответ на свои молитвы папа увидел видение. Над замком парила крылатая фигура, которая вложила меч в ножны. Чума прекратилась, а статуя теперь напоминает нам о чуде. Люди приняли парящую крылатую фигуру за архангела Михаила, и с тех времен мавзолей Андриана переименовали в замок Святого Ангела. И еще обратите внимание на затертые папские гербы. Таких гербов много не только в замке Святого Ангела, но и по всему Риму. Это солдаты Наполеона удаляли со зданий любые символы папской власти. А это еще одна визитная карточка Рима. До чего же туристы любят фотографировать чаек и подкармливать? Рассмотрели вдалеке алтарь Отечества, который возвышается на площади Венеции. Проходя по замку, уже и забылось, что это была гробница. А замок больше всего сейчас напоминает нам о живших здесь папах. Посмотрите, какая красота! К большому сожалению, очень много залов закрыты, и туда попасть можно только с экскурсоводом. Классная дверка, да, Анджел? Сразу и не поймешь, что это дверь. А сейчас мы выходим на лоджию, где любили стоять папы римские и наблюдать за народом. Внизу находится мост Святого Ангела. В 17 веке его начали украшать статуями ангелов. 2 года Бернини и его ученики выполняли 10 скульптур ангелов, которые украшают мост и в наше время. Но те 2 скульптуры, которые Бернини делал сам, они находятся в церкви Санта-Андреа делле Фратте. В одном из залов замка Святого Ангела с 26 июня по 3 ноября проходила выставка самых красивых драгоценностей из коллекции Булгари. Многие драгоценности, которые находятся на выставке, принадлежали кинодивам. Я уже давно хотела сходить на эту выставку, а потом как-то упустила, забыла, и вот сегодня последний день, и я здесь. Выставка называется «Булгари. История. Мечта». Здесь находятся не только украшения. Здесь можно увидеть фотографии, видео, которые рассказывают о столетней истории бренда «Булгари». Талантливый ювелир, который приехал в Рим из Греции в поисках лучшей жизни, открыл свой первый магазин на Виа Систина, потом на Виа Кондотти. Это было в 1884 году. Сейчас его украшения завоевали мир. Первоначально на крыше замка Святого Ангела стояла эта скульптура. Потом в 17 веке ее перенесли во дворик Ангела, а наверх установили другую скульптуру. Потом с ребятами мы прошли по мосту Святого Ангела, прогулялись по улице Коронари, зашли в знаменитую джелатерию дель театро. Бетоны, бетоны. Пока ребята ждали свою очередь, я на улице наблюдала, как делают мороженое. Даш, какие вкусы взяла? Так, это манго и ананас, по-моему. А это шоколадное, молочный шоколад и киви. И киви. Лена, какие вкусы взяла? Я взяла с писташковой. Подожди. И кафе. Писташью и кафе. Кафе. Приятного аппетита. Кафе. Я слышала, что на площади Навона запретили продавать картины. И сейчас все чаще художников можно встретить на улице Коронари. А мы с ребятами прогулялись еще по улице Говерно-Векью, попробовали разных вкусняшек и попрощались. Думаю, им понравилась наша прогулка. При входе в бар или в магазин зонтики лучше оставлять на улице. Не бойтесь, их у вас никто не возьмет. А это уже другой день. Я нахожусь на улице Тибуртина, и это кладбище Верано. На автобусе, на котором я ехала, конечная остановка была Верано. 1 ноября в Италии День всех святых. Это один из наиболее значимых праздников в католическом календаре. Этот день официально считается государственным праздником. В этот день могут быть закрыты магазины, музеи, некоторые рестораны. Папа Римский служит святую мессу на римском кладбище Верано. 2 ноября – День памяти всех усопших. Хоть и считается праздник неофициальный в этот день, но все равно многое в Италии закрыто. Так что при планировании отпуска на ноябрь никогда не выбирайте эти числа, они у вас будут потеряны впустую. Уж коль я была рядом, вот и зашла посмотреть, как выглядит кладбище после праздников. Монументальное кладбище очень большое, и бродить здесь одной как-то странно. Вот опять сделала небольшой круг и на выход. Рядом с кладбищем Верано находится базилика Святого Лаврентия за городскими стенами. Первая базилика была построена в IV веке при императоре Константине. К сожалению, сейчас базилика закрыта на обед, который продлится до 4 часов, и я решила не ждать. В ноябре темнеет очень рано, а я хочу отсюда до дома пройти пешком. Если идти по улице Тибуртина до дому, то у меня займет около часа. Напротив монументального кладбища Верано и базилики находится римский университет Сапиенца, а это улица Тибуртина. Вдоль улицы Тибуртина проходит вот такая стена. За этой стеной находится кладбище Верано. Посмотрите, какое оно огромное. А я, пройдя по улице Тибуртина, дошла до вокзала Тибуртина. С вокзала Тибуртина ходят поезда, метро и автобусы. В Риме 3 линии метро – А, Б и Ч. Так вот, Тибуртина – это линия метро Б. Отсюда на электричке можно уехать в аэропорт Фьюмичино, поезда ходят каждые 15 минут. Время в пути примерно 50 минут. А также отсюда можно уехать в Неаполь, Флоренцию, Милан, Венецию. Сама железнодорожная станция Тибуртина была построена еще в середине XIX века. Во Второй мировой войне вокзал сильно пострадал и был восстановлен только в 1950 году. Сейчас мы находимся уже в современном здании вокзала, который перестраивали в 2011 году. Здесь есть бары, рестораны, комнаты отдыха, которые находятся под потолком, чтобы отдыхающим не мешала вибрация поездов. Ну и, конечно же, магазины с сувенирами. А это один из моих любимых магазинов. Кстати, выходя со станции метро Спанья, вы увидите такой же магазин. Я его недавно вам показывала. Мебель и отделка вокзала выдержаны в едином стиле. Можно сказать, очень даже симпатичный вокзал. Рядом с вокзалом находится огромный стеклянный банк. И в конце небольшая новость. Я решила делать сопроводительные экскурсии и помогать туристам, которые приезжают в Рим первый раз. Я с первого дня могу показать, как ориентироваться в Риме, провести по главным достопримечательностям и по средневековым улицам, пройдем вместе по рынкам, где продегустируем продукты, и расскажу об итальянской кухне. В общем, все по вашему желанию. Не буду загружать вас датами и именами римских паб, будет прогулка в дружественной обстановке. Конечно, как понимаете, не бесплатно. По всем вопросам пишите мне в директ на Инстаграм или на электронную почту. А на этом я буду прощаться с вами и до новых видео, друзья!